Придется Amigos, несмотря на то, что замена процессора на i7 скорости рендера практически не прибавила. Ну, он стал быстрее, конечно, но так, процентов на 15, может быть. Вот, к сожалению. Поэтому в 60 FPS я не знаю, как люди делают, видеоблогеры, которые пердолят по 5 видосов ежедневно, все в 60 FPS. Я думаю, что они просто... Они просто делают рендер на втором компьютере или на втором ноутбуке, или вообще его не делают, как в случае с Куплиновым. Просто что нарезал, что записал, то и выложил, и похрену, что там косяки, тупняки, и по сути просто поток слов под видео. То есть блять, куда перемещаться-то надо, я нихера не понимаю. Ну, а блять, я выключил. Вот, но из плюсов могу отметить только, что загрузки в Fallout стали... Загрузки в Fallout стали не в пример быстренькие такие, да, и... То есть, как бы не все в этом мире зависит от SSD, на который мне рекомендовали поставить эту игру. На что-то еще влияет и процессор. Но хотя бы радует то, что теперь... Следующие лет, наверное, 8. Можно насчет замены процессора вообще не париться. Вот видите, загрузки у меня стали быстрее раза в 2. Вот именно загрузки Fallout. А они были долгие, просто как, не знаю, как... Как постельные сцены с моей бывшей, которая вообще ни у кого не возбуждала. Вот, кстати, она. Смотрите, какая, блядь, жопа шире плеч. Все нормально, сисек нету. На лице пакет. Все. Шикарно, кстати. Непонятно, что за тёлка из убежища 111. Где она здесь? Где она здесь ходит? Хотя нет, вот эта загрузка, что-то она уже какая-то несравнительно долгая стала. Видимо, от того, что перемещаешься совсем в дальнюю локацию. Это всё-таки... Да. Однако да. Я специально не вырезаю, просто чтобы вы заценили, какая мощь скрыта в i7 процессоре. Мне интересно вообще, на что влияет этот гребаный процессор в этом гребаном компьютере. Рендер быстрее не становится. Игры быстрее не становятся. Включаться компьютер быстрее не стал. Чё, блядь, изменилось с заменой этой детали? За 30 тысяч рублей по нынешнему курсу деревянных долларов. Посмотрите, на это же полный пиздоферсон. Может, она, блядь, зависла? Эй, нет, я вон могу ее покрутить. Отлично, загрузка длиной в минуту. Ради этого стоило поменять процессор. Ой, блядь, я так счастлив, Многие спрашивают меня, ну как там новый процессор, огонь, огонь? Да, огонь, в моей жопе. Блядь, это единственное место, которое этот процессор смог разжечь своим появлением в моей жизни. Он не разжег, блядь, страсть в моей душе. Он не разжег скорость в моем компьютере, он разжег, блядь, мою задницу. Потому что он стоил как PlayStation, блядь, и нахуй ничего, блядь. Мне вообще нравится, блядь, до охуения реакция моего пиздатого спутника, блядь, Брюса Уиллиса, который просто стоит. И сейчас я буду смотреть, как тебя будут пиздить. Давай, хуя чего, рейдер псих. Он-то вон передевается, то в трусах мелькнул, то без трусов, блядь, чё. Долбаный отмороз. Кто стреляет, где стреляет? Попал все-таки, смотрите-ка. А легендарщина-то куда делась? Ой, это было минной вообще. Хэдшот! Ха-ха, блядь! А вот он. Бесконечный, стремительный боевой дробовик.
бесконечный боевой запас. Ну, давайте проверим. Были, конечно, споры небольшие насчет того, в комментах, насчет того, что из себя представляет бесконечное оружие. Кто-то писал, что бесконечные патроны, а кто-то писал, что оно просто без перезарядки. Да ты, бля, вы вообще кончите сегодня? Рейдер-босс. Ёб твою мать! Это рейдер-петух, а не рейдер-босс. Потому что только вот петух конченый мог обосрать, блядь. Все после того, как я убил этих... Всех убил, и тогда он решил насрать на меня с неба своей гранатой. Самое, бля, вовремя вообще, я не знаю уже. О, вот это что такое? Потрошитель, это был потрошитель. Да охуенно, блядь, еще и где чекпоинт? Перед загрузкой, блядь, перед минутной. Да, блядь, рви мою жопу, конечно, отлично. Блядь, как... О, бля, у меня крыша едет, сука, держаться, держаться, блядь. Я рискую просто уничтожить мир взрывом своего пердака, блядь. Я только что мир спас, сжав булки. Решил сделать геймплей немножечко тупее, одеться в силовуху. Кстати, собственно, можно сказать, что загрузки не только не стали длиннее, быстрее, они даже в некоторых местах стали пиздец какие долгие. Если честно. Не знаю, что я делаю не так. Опять эта безумная баба со своей монтировкой. Опять этот безумный Брюс Уиллис со своими трусами. Случайно нажалось. Ух ты, блядь, как прилетел, смотри, еще прилетел. Летчик. Папа летчик. Отлично, еще 56. Именной, кто там? Ты где именной? Дрова посыпались. От неосторожного броска. Легендарная бразота, смотрю, вообще куда-то пропала, да? О, не как Брюск все-таки бахнул. Для разнообразия решил выстрелить все-таки Розан. Поучаствовать в перестрелке. Так я не понял, тут был именной рейдер или, блядь, мне показалось? Ну, no leasing. Нет лизингу. Не знаю, не смогу сказать точно, что они имели в виду. Сомневаюсь, что они машины продают. О! А, блюдо, я думал, книга. Журнальчик, вернее. Это плакат, да? Да. Я просто глазам своим не верю. В каком образе ты на этот раз? Так. Ни хрена тут нету, да? Я так понимаю, что мне надо на крышу того здания поставить эту милу. Но для этого надо туда как-то войти. Входа здесь нет. И где легендарный рейдер со своим гребаным бесконечным дробовиком? Да, его труп, походу, никогда не будет найден. Вот и проверили. Терминал, отключающий турель. Я ее могу, блядь, выстрелом выключить, нахер мне. Взломалась. Как ее хакнуло? Так я не понял, туда без джетпака вообще реально залететь-то, ёпать? А, там канатная дорога. А как туда попасть?
А, там лестница. Как залезть на лестницу? Как все хитрожопо здесь, а? А вот этот раком стоит не легендарный? Да, если ты, блядь, это я только если легенда анальных удовольствий, ептать. Так, надо туда залезть каким-то хреном, это вот. Тут, значит, идем сюда. Понамудили тут, а? Здесь вот так, тут вот здесь. Как с джетпаком было бы проще, а? Надо все-таки доделать эти квесты Братства Стали. Как я понял, в Братстве Стали дают джетпак же. Я не понял, эта корзина меня что, бесить пытается? Что за скорость такая нахрен? Она вообще силовую броню-то выдерживать рассчитана, нет? О, как я инсталлировался в эту корзину через стену. Добро пожаловать на борт, сынок. Давай, безумный Макс, ты идешь? Семеро одного не ждут, придурок. Приказываю тебе покончить с собой, болван. Да не в обход же, ну ёп, шмакарик. Ой, рейдер босс, ты ли это? Ну чё, шлюха. Ты же меня гранатой, да, убил? Где твой труп? Я хотеть над тобой надругаться. Чё, он мне тело свое не оставил, что ли? Как так-то вообще? Тяжелая рейдерская, ага, хирургическая пила. Ага, о. Компенсированный, чувствительный, да, супер. Штурмовой карабин. От него один карабин остался, ептать. Да. Этот квест. Всем квестам квест. Так, чё у меня там? Наука. О. А, хрен. 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 Все хреново. Тогда я буду харизматичный. Так, ну чё, может, прыжок веры бомбанем? Так можно и это, в ядро земли провалиться. Так, вернуться к технику Тому. Это потрясающе. Череда квестов просто завораживает. Сходи туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Ах. А, и всех убей еще по дороге. О, да ладно, что, быстро грузанулось. Не только хотел... Это идет мне нахуй. Пам просит меня зайти. Робот, что ли? Слышишь, ты в курсе, что в древности, блин, гонцов с херовыми смс-ками убивали? Че будет, если я в него из винтовки шмальну здесь? Я вроде тут авторитет уже. На мою сторону станут. О, ёб твою мать, так это, блядь, регулярные квесты. Дорогая подземка. Я, блядь, не знаю, как бы вам сказать. Что я о вас, блядь, думаю. Поэтому вместо ты... Не-не-не, дьякон. Дьякон, братан, ты же тоже из подземки. Постой-ка здесь. Постой-ка здесь, дьякон. Никого сюда... А, еще, блядь, что, блин, надо же всех отоварить. Сейчас, блядь, сейчас. Крышка.
Подарочки, подарочки с Новым годом. С наступающим. Шоколадный Санта любит тебя. Иисус любит синтов. Эй, не знаю, что ты там пишешь постоянно, но... джингл беллс, праздники грядут. А, профессор, я, кажется, для тебя... Тихо-тихо, перо ему не втыкай. Я, кажется, для тебя... Столько раз сбегал на задание, что тебе вдвойне. Так. О. А, среди вас и синты же есть. А, и этот тупорылый робот, конечно же. А, так, отлично. Что у меня еще где-то? Осколочная мина. Эй, курьерчик, на, держи. И в раковину положим. Да. Да, ты занят, а я тоже занят. И знаешь, сколько из-за вас был занят? Сколько раз? Техник Том, твои задания просто говнище. Ох, сейчас что-то будет, что-то будет. Так. О, самая-то маковка, бля, самый-то шоколад. Нет, мне ничего не надо, дорогая. Мне от вас, пидорасов, вообще больше ничего не надо. Где у меня моя ядерная мина? Криогенная граната, молотов кола, а во. Эй, подземочка, выкусите. Бежать, пидорес. Чё, дьякон? А как жизнь, ублюдки? Дьякон сдриснул в штаб подземки? Трус ебаный. А где мой... толстяк, я выложил, что ли? Ага. Хедшот! Еще мина сдетонировала. А то в прошлый раз не все, видать, бабахнуло. Так, где ваш пидорский робот? Славненько. Ой, доктор, сдох. Эй, пам. Парам-парам-пам-пам. Он, кажется, наступает. Там мина лежит. Давай. Ничего нету. Лабораторный халат. Ну ты и нищеброд. Не знал, что вас убить можно. Но, видимо, взрывов ядерной мины не могут пережить даже такие ублюдки, как вы. Ниган, крышки. Агент подземки, блять, век бы на ваши трупы смотрел. Тупые мрази. Плазменная мина. Чья-то рука. Эх, красота. Правда, придется сделать вид, что это был всего лишь сон. Подождите, мне что-то про карабин Гаусса сейчас написали. У меня что? Мне что, дали эту пушку? Я не вижу. Тем более странно тогда, что они хотят. Так, следующее тупорылое задание должен робот дать, да? А это что такое? Другое хранилище ору? Чё, орёшь-то его? Давай. Вот эти хранилища, это, я так понимаю, самые ценные квесты у этой... подземки. Смотрите, у него, кстати, осколочная мина вместо уха у этого робота. Воздушный небоскреб. Нет, милу я не буду больше устанавливать. Вот в этих супер тайниках у них крутые технологии, и после этих квестов ты получаешь какие-то плюшки от этой подземки. Ёптё. Я тут не был даже. Рядом с добрососедством.
Да, инфернально. А, где тут этот гребаный небоскреб? О, 25 FPS, офигенно. Ой, что такое? Супермута. Где? А хер тебе в рыло, пошел вон. А че он не взорвался? Мне интересно, как же добрососедство догадалось поселиться рядом с кучей мутантов? У них охрана же вроде там какая-то есть, нет? Да у них мэр Джек Воробей, в конце концов. Меткий бросок гранаты. То есть ему бесполезно, да, стрелять в ружье? Как и кидать в него гранаты. Ну. Сука, он не хочет выпускать из рук. И где-то я опять слышу, винтокрыл улетает. Гибельная боевая броня. Вау, от насекомых и болотников. Я ж, блядь, с утра до вечера с насекомыми и болотниками только и бьюсь тут. Чё, где вход-то в этот небоскреб? На. Очередной выдающийся летчик из братства стали. Безумно весело. Там, бля, война просто ядерная еще одна началась. Вторая постапокалиптическая. Чего? А, это окно. Супермутант громила. Горилла лучше бы написали тогда. Че, вот туда наверх, походу, да? Я так понимаю, что да, больше тут некуда. Да, стреляй, стреляй. Мне похуй. Завис, что ли? 35 опыта, между прочим, за него дали. Я смотрю, что мне почему-то стали вообще много опыта давать за убийство супермутантов именно. Может, где-то какой-то журнал нашел, как правильно мочить супермутантов за опыт. Причем, когда ты в силовой броне, даже вот этой братство стали, в общем, даже она довольно неплохая. Они тебе вообще ничего не могут сделать. Потому что у них нету шансов просто. Какие-то провода ведут. А это кто такие? Стрелки. И вы тут, что ли, черти? Что это он у него подобрал? Стрелок капрал. Вообще халявный опыт. Ай, нравится. Многоэтажка, вершина. Сейчас, походу, левелы вообще полетят в лед, пойдут просто. Я, в общем-то, хочу получить джетпак Братства Стали, плюшку от подземки, и тогда уже можно уже все, сюжетку проходить. И делать больше будет. А, стрелки.
То есть штыком в глаз это не смертельно, типа, да? А чё за ниндзя, блядь? Выскочил тут нахер. Так, чё у меня вообще за пушки есть? Блядь, ты молодец, что меня подвинул. Ты сделал мой бросок еще лучше. А он и так прекрасен, надо сказать. Вот это есть пушка. Мне уже скучно просто стрелять из снайперки, стой. Никакой интриги. Сдрисни-ка отсюда, дорогой. А, это был тайник. Смокинг, блять, головной убор. Укрепленный снайперский калабин. Тактически мощный пистолет, говно. Криамина, граната, демпфированный. Патрон калибра 44. Все. Однако. Что за задание-то теперь? Поговорить с Пэм. Сказать ему, что тайник был говно. Видимо. Даже боссов тут нету, ни хера нет. Смотрим, куда лифт вывозят. Иногда говорят, что лифты вывозят на какие-то полусекретные локации, что ли. Куда без лифта вообще не спуститься. И граната, блядь. Знаете, вам в ответку. Я заметил, что это два одинаковых стрелка. Смотрите, шоколадные братья, оба легендарные. Пиздец. Эта игра багует или чё, или? Он чё, лечится, что ли? Чуть не врубаюсь. Слава богу, нет. А где у меня автомат какой-нибудь? А, вот. Так. Яростный штурмовой карабин. Чего? Критические удары приводят цель в ярость. 540 на продажу. Обосраться, вот это бабло. Так, а у тебя что, придурок? Знахарская боевая броня для туловища. Стреляемся ядом. Тема, кстати. А то у меня там чем меньше жизни, тем больше сопротивляемость вроде. Сейчас одета, но только как огнестрелом, лазером. То есть на яды как раз не распространяется. Ну и чё, всё? Жалко, что здесь, когда пип-бой открываешь, игра как бы останавливается. То есть он работает в режиме паузы. Это полное говно, потому что именно вот пока ты едешь на лифтах, на всяких там вагонетках, там именно вот в это время можно было бы инвентарь чистить неплохо. Протекторона где-то. Обратите внимание, как люто дамажит мой автоматик. Чё, Дикин, плохо стал? Чё, ты как ящерица, быстро заживаешь. Смотри, Брюск, твой двойник лежит. Странно, что тут ничего нет, что ли?
Нахрена я тогда сюда добирался? Да. Квесты подземки — это что-то выдающееся просто, я не знаю. Это настолько гениально спланированные миссии, что я думаю, пойду-ка в голосование за игру года поменяю свое мнение резко. Ведьмаку хрен нарыло. Все за Fallout, потому что... Ну, видно, работа разработчика высокого уровня, очень высококлассные миссии, локации продуманные, прорисованные. Просто каждая локация это просто отдельный мир. Такое ощущение, что эту игру Ubisoft разрабатывал. Она чем-то однообразием уже Assassin's Creed напоминает, потому что... Почему-то супермутант не мутировал. Рыцарь братства. 2Б броня. Т-62. Офигеть. У меня, по-моему, есть такая уже. Ноги. Мне нужны ноги. Мне для коллекции охереть, как нужны ноги. А, и шлем, по-моему. А шлема нет. Странно, хоть... А, вот голова. Много вещей, он не может передвигаться. Печалька. $544. Как будто я, блядь, продавать его пойду куда-то. Ладно. А, у меня же броня какая-то там классная, знахарская. 27, 25, 27. А у меня какая сейчас одета? От братства стали. Да, плюс 35. 444, а знахарская сколько стоит? 380. Ну и еще апгрейдить можно. Ой, да пошла она нахуй. Я все равно в силовой броне буду бегать теперь до конца игры, судя по количеству батарей в моем инвентаре. Я в этом знахарстве вообще не нуждаюсь. Легендарный супермутант Мясник. Он не мутировал, поэтому из него ничего легендарного не выпало, я так понимаю, да? Хаб 360. Чё это такое, хаб? Блять, отлично. Супермутантская дискотека, что ли? Диджей хуй знает, кто такой. Ну, лифт это, наверное, на первый этаж куда-нибудь. И тут тусовался один единственный мутант, да? Я правильно понял? Дворик кафе. Нахер дворик кафе. Я так понимаю, что это локация, наверное, какая-нибудь отсылка опять к какому-нибудь говну нелепому. А, подъем еще выше? Пентхаус, что ли? А я не отсюда только что упал вниз-то.
Конечно, блять, отсюда, откуда же еще? Театральный район, театральный рай. Зато крышки сыпятся. Знай, собирай. Лифт не работает. Надо было, наверное, во дворик кафе выйти. Да. Одна локация просто мощней другой. В разы. Все круче и круче. Так, ну, посмотрим, чем... А, да, кстати, карабин Гаусса они в натуре мне дали. Теперь у меня есть эта мощная пушка, для которой у меня 100 патронов, если не меньше. Но если я встречу какого-нибудь прям очень сильного моба, я обязательно выхвачу карабин Гаусса и дам ему просраться. Но для постоянной стрельбы он не подходит. Now we got one of their dead drops tagged. Dez wants you to check it out. Checking out dead drops is your. No, иди-ка ты сам, блядь, что-нибудь сделай. Trap from the institute. Once you take care of the dead drop, report in to Dez. В комментах еще писали, что вот эта про станцию Рэндольф это последняя задача от подземки. После этого, видимо, мне дадут. Кто-нибудь дадут. Тут, блядь, дадут, куда кладут в натуре. Ну чё, где? Кто-нибудь видит? А, во. Где-то, сука, здесь. Здание Mass Fusion. О, моя работа, походу. Приказы супермутанта. Это уже было. Уничтожить врагов. Ну, какая разница, что там пишут в этой записке, все равно. Скорее всего, ничего нового. Станция. Бля. Тоже гениальное построение квестов, вот просто, блядь, филигранное. Ты идешь быстрым перемещением в одну локацию, ждешь загрузку, там делаешь 3 шага, подбираешь записку, тебе говорят, пиздуй в другую локацию, насладись еще загрузкой, полюбуйся на вот эти станки, псарики, они, бля, охуительные, вообще охуительные, станочек, бля, просто на обоссаться. Я еще, когда учился на УПК, ходил, у нас там такие же стояли, бля. Половина токарных, к которым подойти страшно, блядь, и половина вот с таким говном. Ух, классно, сука. Слесаря херовы за весь год, блядь, ничего, ни одной детали не сделали. УПК. У вас в школе было УПК? Его, наверное, упразднили, наверное, блядь, лет 20 назад, наверное, сука. Такая вообще, блядь. Я даже не знаю, как назвать это. Винрарный, блин, предмет. Кто, блядь, ебало свой раскрыл? Слушайте, а от того, что я глушак поставил, у меня дамаг не уменьшится, интересно? Это моя убер-пушка. Один выстрел, одна тушка. Сука, Борис. Ёб твою мать. Винтовка стреляет со звуком, как у биатлонистов прям. А, пошел нахер. Чё, блядь, бегать за ним еще буду? Дьякон пусть сам разбирается. University Point. Мы на месте. Где вход? Ага, вот значочек.
Это где? 5 минут открыл, что ли? Че, вход не под водой? Мне казалось, это было бы в стиле подземки. Видимо, не настолько в стиле подземки. А тут стена сплошная. И чё, блядь? Вот, наверное, вход. Добро пожаловать, торговцы. Дьякон, у меня плохие новости. По-моему, все умерли очень давно. Синт-разведчик. Шел от меня нахер, ёпта. Черт, страшный, а? Легендарный синт-патрульный. Как его расторантосило, а? Синт, ёпта, легендарный. А я легендарный истребитель синтов. Приятно, сука, познакомиться, чертёныш. Берсеркерский ломик. Да, бля, это дьякон надо дать, он любит в трусах бегать. Кредитный союз университета. Пошли, аккредитуемся. А, приора купим. В кредит и в лизинг. Где лизинг делают, мы уже нашли. А чё это, блин, такое? Пасхалка, наверное. Туда-то, бля, можно пройти как-нибудь? И ради этого я ждал загрузку, да? Ещё видно, что там есть второй вход. Да, твою медь. Ой, бляха, муха, ну, сука, игру сделали, блин, да. Чё они там хотели, игру года? Чё, серьезно, игру года хотели? Да пошла ты с этим терминалом, надоело. Это швабра, какое-то говно. По-моему, я только что допрыгался. А тут что-то открыто, блядь, почему-то. Как туда вернуться-то теперь? Возлак. Сука, двоечка не прошла. Получается, что у меня двойной выстрел у снайперки, то есть двойной урон. А если сидя там еще двойной, то урон помноженный на 4 получается. Имеет смысл тут стелсить так-то, да? Тебе вот, блядь, именно сейчас? Да бабы у тебя давно не было, походу. Но я с тобой в этом плане дружить не собираюсь. Very
Сволочью, он сказал. Я был очень большой сволочью. Were you really that bad? Worse than that. I ran with a gang in University Point. We called ourselves the UP Tethys. Когти смерти, блин. Kicks, we'd terrorize anyone we thought was a simp. We kept egging each other on. Started with some property damage, graduated to some beatdowns. Then, inevitably, a lynching. The Клинчевание синта? We'd finally found and killed the synth. Looking back, I'm not so sure. Я потом выскажу свое мнение. You killed someone? That one was enough for me. It was his eyes. Those eyes haunt me. Bulging. So I turned my back on my brothers. Broke all contact. Time passed, I became a farmer, if you can believe that. Then... А, так ты не девственник, нихуя себе. Никогда бы не подумал. She saw something in me I didn't know was there. Barbara, well, she was... She just was. А, типа шевелится и ладно? Leaving the death claws took a lot of courage. Leaving wasn't free. They took it out on my sad hide. But by the time I met Barbara... They'd moved on. We were trying for kids, eking out a living. Then one day, it turns out my Barbara. Это опять твоя шутка, да? I don't know how the death claws found out, but there was blood. Карма тебе отомстила. So they killed her. Yes. I don't remember much clearly after that. I know I killed most of the claws. I must have made a big impression. The railroad contacted me, figuring I'd be sympathetic, seeing that I lost my wife. And, well, what I did afterwards... After what happened to my family, I can understand. I thought you might. I don't even know why I lie anymore. But I can't tell the truth. Everyone, Tom... Dez, you, even that asshole Carrington. Скотина Каррингтон. They deserve to be on the railroad. I don't. I'm everything wrong with this whole fucking Commonwealth. You're the only friend I got. I don't. Так в чем твой сюжетный квест? Объясни мне, бля, что ты хочешь? But I figured you should. Не верить ему, осудить его. I don't buy your whole story. Very understandable, but believe this. You are my friend. Maybe my only one. Look, when shit... So... Вы достигли наивысшего уровня отношений с дьяконом и приобрели способность плащ и кинжал. И что она дает? Как посмотреть статус это? Благодаря отношению с дьяконом вы наносите 20% больше урон при скрытных атаках. О, а время действия стелс-боя. Ну, короче, блядь, у дьякона нет личного квеста, как я понимаю, да? Раз мы уже достигли наивысших отношений. Без всяких доп. Заданий. Ебать. Короче, дьякон оказался уныл. Очень уныл. Бля, опять легендарщина. Блять, ну начал же попадать. Антирадиационная пусковая установка. Да. О, ядерный батарейк. Да. Короче, квест зачистить локацию опять. Ну, как я понимаю, как я вижу, я бы даже так сказал.
Энергетическое оружие, да. Уничтожить врагов, ну все, тут нету врагов больше. Снаружи, что ли, остальные? Судя по позе этого скелета, это пасхалка. Да на какую нахер цепочку-то? А как-то, а как туда попасть-то? С другой стороны здания, что ли, вход опять? На натуре херня какая-то. А если враги там, за дверью? А, там вон внизу дверь. Или этот болотник не входит в состав тех, кого надо уничтожить? Сука, лезут твари. А здесь-то что такое? Ах, обожаю взломы эти. Как они уже заебли. А, ну понятно, вот она закрыта на цепочку, видимо. А, нет, закрыта это на третьем этаже. Что-то он хуйню какую-то задумал, тварь. Херачат, блядь, дай, дай боже. Левые ноги. Слышь, мудьякон, блядь, убей его нахер, этого урода. Пиздец какой-то. Тварь болотная, ты посмотри, а? Нахерачил мне. Сейф, как всегда, в своем, сука, репертуаре, блядь. Пасхалка по-любому. Фильму выпускной. Да, нахуй, самых истреблений надоело. Видимо... Под заданием уничтожать врагов подразумеваются конкретно синты. О чем можно было догадаться. А чё ж когда я, блядь, входил-то не сработало? Ай, нахер это. Сейфы, вот говорю, сдолбали, реально. Пистолет, патроны, патроны, пистолет. Чё, где? Я так понимаю, что только вот в кредитном отделе с другой стороны двери. Только там они и могли остаться.
супер. Хуже, чем задание убить врагов, только задание, где надо сначала найти, а потом убить врагов. Это не только тупо, но еще и долго, блядь. Это что за убежище такое? А чё на легкий-то замок закрыли? Закрыли бы на ядерный. Сука, падла. Ты ещё и сейф. It might be safe, just maybe. Там кто-то, блядь, нехуёвый, походу. Например, никого. Хоть раз бы они сделали так, как я от них жду. Сейф средний. Сейф очень сложный. Очень сложный. Мне кажется, это пасхалка к игре Payday, блин. Ну давайте, очень сложный так и быть. Или к Evil Within, там тоже такие ячейки были. Got it. Нихуямбус. Это я удачно зашел. Просто охереть, как удачно я это сделал. Чего? Безграничный протетат. Безграничный потенциал, бесконечный боезапас, блядь. А урон-то какое говно. Прототип. Ну ладно. Лучше, чем ничего. И чё? А выход завален, да? Никто отсюда не ушел. Я, конечно, сомневаюсь, но может здесь еще где-нибудь какая-нибудь кнопка есть. Вторую стену открыть. Да. Конечно. Ну, я, блядь, вообще не понимаю, где тогда враги-то, блядь, оставшиеся? Где этот последний, сука, син сраный? Он наверняка один где-то ходит. Постоянно я, блин, сразу Диабло второй вспоминаю, где этот квест там в какой-нибудь пещере возьмешь, сука, всех вычистить. И ходишь, ищешь, где же это говно? Даже нет, квест в пещере-то ладно, а вот когда там в болотной карте надо найти... из пупсика выбить эту херню-то, блин. Ну, кто играл, помнит это задание, что надо убивать этих маленьких уродцев, пока из них не лутанешь такую специальную херню. И она не падает и не падает, ты ходишь и ищешь, блядь. Где еще ты ее оставил, этого пупса? Где еще ты его пропустил? Ах, вот ты, наконец-то. Мне кажется, он должен был на звук выбежать уже давно. Почему они синта охотника не прислали, а одних патрульных сюда накинули?
По-моему, туда можно запрыгнуть, не? Бля, я тут специально прыжок выключаю, чтобы не прыгал. А, так тут вон. Бля, не понял что-то. Ага, понятно. Ну, вообще-то указывает на какую-то дверь, как я вижу. Блять, опять на эту, что ли? Пиздец. Нашел, сука, где я? Еще один синт прятался. Он здесь, блядь, срал, сидел, походу. О, синт-разведчик. Потому что хоть не патрульный. Вот он. Дьякона мудошит, посмотри. Любодорого смотреть на такую залихватскую рукопашку. Ну, и это был еще не конец. Нет, нет, нет. Конечно, вы что? Спишь, что ли? Терминатор, сука, недопиленный. Сейчас стелсану. Отлично. А вот и лидер синтов. Лидер синтов Борис, хоть попадешь, я так смотрю, бля. Да, ты прав, давай его рукопашку замандерим. Много чести на тебя патроны тратить, говно. Просто ты мне, а тебе перепасовка такая его задницей. Записка Жак, стимулятор. Терминал профессора. Даже не знаю, надо ли мне вот терминал профессора лезть. О, пошел нахер. Давай ты, блядь. Так, ага, да я же сказал, что мои исследования засекречены, пришли. Да-да-да. Все, валим отсюда. Аллилуйя. Ну что, еще один мощнейший квест от подземки, да? Вы в комментах напишите, кто с Дьяконом играл. У него реально, что ли, личного квеста нету? Или максимальная дружба с ним доступна перед личным квестом, а после можно с ним в жопу баловаться, наверное, так что? Я сейчас сомневаюсь, что... Поскольку Дьякон не собака, а человек, у него просто должен был быть личный квест. Ну, понятно. О, сейчас, походу, подземка даст фишку основную. So that's what the Courser chip was all about. You needed them. The Institute. We've spent dozens of years and too many good agents' lives only to discover not a goddamn thing. And now that the Institute could build something so... This is our top priority now. I want Tinker Tom to help you in any way possible to get this to... Pam wants you. She explained why, but I couldn't figure it out. По-моему, не было такого задания с Томом поговорить. Randolph is still operational? Finally, some good news. We thought they were another cap, but Randolph's been dark for too long. We should contact them directly. That's just too risky. The whole thing.
So instead, we play it safe and slow. We help them out and buy time. Our only communication with Randolph is going to be by check in periodically with Drummer Boy. Зачем, блять? И все, что ли? Пиздец. Крутая тень. Станция Рэндольф. Чуть-чуть не хватает, кстати. Мне кажется, что, блядь, этого техника Тома недавно инопланетяне похищали. И вставили ему анальный зонд. После чего он стал носить дурацкие шляпы. Some kid with a crayon? Shit. Must have been a real kid. Oh, man. Molecular transmission via encrypted RF waves? Those Institute eggheads are crazy. And you can divert the signal using a heavily modified relay interception. Like a pirate broadcast, you know? Can you build it, Tom? The plans cover all the high-end egghead shit. But they're missing a ton of engineering details. Filling in the gaps will take time. This bit here? The stabilized reflector platform just needs some high-grade metal. Easy. By the time you finish that. Nice work, Tom. А, ну то есть и надо было найти техника. Я так понимаю, что есть один у Минитменов, один у этих подземки, и один у Братства Стали. И начать выполнять квесты, которые квесты по сборке. Ресурсов для крафта этого говна, и эти квесты опять связаны с хождением по локациям, зачисткой локаций, да, я правильно понимаю? Построить, нет, смотри-ка. Ладно, я думаю... Ой, блядь, опять. Ой, как тяжело в подземке, а, дурдом. Ладно, буду крафтить все это говно в следующей серии. В следующей серии глянем уже, что за институт. Вот. Да, не забудьте написать, если у Дьякона побочка. Ну и вообще что-нибудь там жмите, пишите. Адьё.